за независимость, и лидеры этих стран обратились к арабам, которые оказались на территории Израиля, с просьбой покинуть на 2 недели их дома. Они говорили: дайте нам окончательно решить еврейский вопрос, сбросить их в море, а вы пока, чтобы под горячую руку не попасть, оставьте свои дома, к своим родственникам уйдите, а потом через 2 недели вернетесь и займете дома не только, которые прожили, но и те дома, которые пошли в Лех, останутся. Вот народ им поверил, и ушли, покинули Хайфу, надеюсь, через 2 недели вернутся сюда. Ну, так сложилось, что это уже 71 год, беженцам арабским не представляется никакой возможности вернуться сюда. Сложно, это очень непростой вопрос. Когда их покинула территория Израиля 800 тысяч, сегодня их уже 4 миллиона, то есть...